Тех легкоатлетов, кто будет представлять нашу страну на Олимпиаде, определят на чемпионате страны. Он проходит в эти дни в Чебоксарах. Уже стали известны первые победители. Соревнования по прыжкам в шестом выиграла двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Она обратилась со словами поддержки ко всем российским легкоатлетам. Дорогие спортсмены, дорогие легкоатлеты, прошу вас не отчаиваться. Ситуация на сегодняшний день в российской легкоатлетике сложная и критическая. Но нам, как говорится, не впервые приходится проходить всякие сложности. Естественно, без соревнований выходить на пик, улучшать свои результаты будет очень сложно. Но поверьте, мы уже ветераны спорта, будем стараться создавать альтернативные условия для того, чтобы вы раскрывались, для того, чтобы вы улучшали свои результаты.